собрались, и мы прежде всего благодарим Бога. Попросим, чтобы Бог благословил, и будем общаться. Хотелось бы так, я скажу, чего мы собрались, что происходит, короткое слово. И потом, кто каждый причастный к тому и участник этого служения может в свободной форме выйти, рассказать, сказать, засвидетельствовать, общаться. Может, кто-то захочет петь стих, рассказать. Пожалуйста, участвуем. Такое неформальное общение. Но прежде всего мы собрались, чтобы воздать тебе славу и благодарение Богу. Я скажу, почему это очень важно. Потому что есть здесь и молодые, здесь есть те, кто знает, что происходило здесь. Давайте прославим Бога, помолимся и будем потом общаться. Отче Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы благословляем Твое Святое Имя. Благодарны Тебе, Боже, что Ты помог до сего места, что Ты спас нас, омыл Твоей Святой Кровью, Боже, и слава Твоя на этом месте, Боже, и Дух Святой действует, Господи. 25 лет, Господи, Боже, мы видим руку Божию, Ты спасаешь людей, Господи, Боже. Ты освобождаешь людей. Ты крещешь Духом Святым созданием великих языков Божьих. Ты созидаешь семьи, ты ставишь на служение Божье. И это Твоя слава, это Твоя сила. До сего места Ты хранил, помог и благословил. И мы собрались, чтобы сказать благодарность Тебе от всего сердца, Господи. Что благодаря Тебе мы из нас живы и здоровы, Боже. И прославляем Твое Святое Имя, Боже. Дух Святой, коснись каждого, чтобы это служение было, Боже, Господи, в Духе Святом Боже, и милость Твоя, Боже, продлилась над этим домом, над этим служением, Боже, во имя Иисуса Христа, слава Тебе и благодарение, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь.